Приветствую на канале Ru Internal Game, меня зовут Ромой, и сегодня мы будем продолжать играть в Ведьмак 2. Ой, что говорю, Ведьмак 1, я уже заговариваюсь, мозг плавит, вечером играю. Вот, нам нужно убить всех так, врагов. Я не играл довольно-таки долго в игру, так что, извините, я могу немного Так, этому надо добивать его, он поскольку лохкач, ловкий противник, ему нужен быстрый режим, мод сильный режим, так, что не включается, значит это надо снова переключить. Ну алло, в чем проблема-то? Вот сильный режим, оп, 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 оп. Все, убил. Так, остались только вы. Ну, давай же. Так, есть. Давай. Геральт из Риви не может лучника одолеть. Ну, как так? Пока была возможность. Ну же, пока есть возможность, отдайся. Все, уже возможность. Типа, ты свою потерял, бро. Надо еще перезаписываться, поскольку это пиратская версия у меня. Да, это пиратка, и она часто вылетает по какой-то непонятной причине. Ну, как понимаю, ну это репак все-таки. Репаки делают очень знатные люди, особенно из таких, из старых игр. Так, давай, братан. Ой, оверпавер, дамаг. Ой, сдох. Сильный режим. Давай, сильный режим. Оп, оп, оп. Ну что я так торможу? Сейчас я, короче, разберусь немного в том управлении. И все у нас будет чики-пуки. Я вот помню, что надо нажимать на меч, когда он подсвечивается красным таким, видите? А я немножечко, бывает, раньше. Так, давайте, наверное, сейчас перезапишусь заново и ролик остановлю. Просто я до этого момента заходил, у меня игра вылетала. Очень было неприятно, на самом деле. И сейчас такой фигни не произойдет. Даже если произойдет, я сохранился, и у меня есть запись ролика. Трис наколдовала на разрушение забора. Так, только не вылети. Черт! Геральт, ты нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо. Конечно, чудо, я ж... Могли бы рассказать о лестнице. Ламберт и Эскель должны были ее вчера исправить. Мы не каменщики. Все в порядке. Профессор и другой маг, наверное, прячутся в подземелье. Посмотрите правде в глаза, ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя мое. У нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Трис может быть права. Надо узнать, что им нужно. Не все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права, как всегда, малышка. Геральт, ты уже имел дело с магами. Выясни, что ему нужно. Лео тебя отведет. Просто разведка или... Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь. Узнаем, что происходит внутри, и тут же вернемся. Не волнуйтесь. Возьми эти зелья. Гром выпей сейчас. Ласточку прибереги на случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Было бы. Надо убедиться, что больше никто хорошо. Не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Саволе что-нибудь еще взбредет в голову. Так, снаряжение. Чтобы открыть панель снаряжения, щелкните левой кнопкой мыши на значке сумки. Или нажмите клавишу I, щелкните правой кнопкой мыши по эликсиру грома, чтобы выбить его.
Эликсиры также можно размещать в специальном ячейке для быстрого доступа. Да. Нужно нажать клавишу I. Вот клавиша I. Мешок алхимии. Да. Дневник у нас. А, где гром? Вот. А, вот сумка. Гром. Отлично. И, если что, ласточку. Так, у меня гром работает. Все отлично. Так, нужно идти вперед, но прежде я буду всегда сохраняться. Ни с того ни с сего чуть каши. Начался. Так, мы идем вперед. Лео. Готов, Геральт? Да. Это твой первый бой? Нет, но я впервые убил человека. Держись рядом. Ну, придется тебе не только людей, как я понимаю, убивать, бро. Что, заходим в крепость? Вовнутрь. Геральт, подожди. Что случилось? Внутри могут быть сильные противники. Выпей зелье грома, которое дал тебе Весемир. А я же вроде выпил, нет? Вроде выпил. Еще раз. Геральт, подожди. Что случилось? Внутри могут быть сильные противники. Враг, что ли? Выпей зелье грома, которое дал тебе Весемир. О, я же выпил его, ну алло. Жри. А, вот. Я затупил. Действие эликсиров. Иконки всех разгинутых воздействия, оказываемых Геральта, появляются в кольце, окружающем наш медальон. А, вот, видите, здесь. Возьмите курсор мышки на иконке, чтобы получить дополнительную информацию о воздействии. Так, курсор мыши. Ладно, короче, заходим в крепость, наконец-то. Ура! Зашли в крепость. Кэр Морхен. Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Да, бедный паренек. Ну как бедный. Вроде хороший, но... Никто его никак не понимает. А Лютик, я его знаю, такой... Ну, пьяница такой. В режиме третьего лица дважды нажимаете клавиши V, S, A, D, чтобы уклониться от врагов. То есть вот так. Чё-то за хим... Сдох! А, во! Господи, чё ж у меня такое опять? Братишка, ну привет. Оверпауэр. Энифор. А я могу это бить? Нет, я не могу это бить. Ну вот видите, вот на 2007-2008 год тут офигенная, да, графика на то время. Игра RPG на самом деле, видите, ну, отменно на самом деле на это время, но сейчас, конечно, это не так смотрится, но... Раньше системы были на самом деле другие немного. Групповой стиль боя. Групповой стиль боя наиболее эффективен против группы слабых противников. Переключиться на него можно щелкнуть по значку изображения главы Грифона. Или нажать клавишу C. Ну, я лучше нажму, наверное, клавишу C. Я перешел.
А, да, это АУЕ дамаг. Привет. Сейчас перестанешь быть таким крутым. Да нет, уже не перестану. А. Я что-то туплю, маль. А вот. Да блинский. Понял. Все, идем. Че, подошли, да? Место назначения. Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. А ты что, не идешь со мной, что ли? Боишься? Или вот тоже со мной идет? А нет, все вместе. Магической идем. Энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Еще недавно ты жаловался, что Савола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность, на тебе они его считали покойником. Известный убийца. Лео, назад. Ну давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. Ой-ой-ой, что это такое? За сил круг стихий. За работу. Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Маки нас не побеспокоят. Мы что-нибудь придумаем, я уверен. А что-нибудь сделаем ему. Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна Трис. Обратно. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Что за знак? Знаком. Знаком Аарт. Я сам не могу. Поломал пальцы на мучильне, не сгибаются. Сделай знак Аарт на эту кучу обломков. Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Идем. Пошли. А почему я белый волк? Я просто не могу понять, почему я белый волк. Так, ну идем. Ну, перед этим надо сохраняться, естественно, поскольку она вылетает. И останавливать запись, поскольку я снимаю бандикамом. Ну, для некоторых это ни о чем не говорит, но бандикам снимает все одним файлом. И если игра закроется, то файл повредится, и не смогу его выложить на YouTube. Так. Получилось? Разобьем эту кучу щебня. Я знал, а что я сделал-то? Вообще подошел к камушку и все. А то Ламберт сам убьет. Камушек какой-то волшебный. Ладно, побежали. Знак Аарт. Только что изучили знак Аарт. Телекинетическую силу, используемую для очистки дороги от препятствий или отбрасывающую противников. Щелкните правой кнопкой мыши по цели, чтобы использовать активный знак. Битых врагов легко прикончить на земле одним ударом. Так, ну, пошлите. Так, мне дали, нам дальше. Там вот сюда. Что мне сделать? Сделай знак Аарт на кучу обломков, которые блокируют лестницу. А вот, все. Получилось. Извините за мой кашель. Плохая погода нынче у меня на улице. Бесконечный дождь. О чем вы узнали? И все такое. Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Они что-то искали. Маг использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума, сифилис и проказа. Вы просто как дети. Почему вы не сказали мне о круге? Трис, дитя мое, мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на круг, он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем вашим оборудованием в любую точку континента. Да, мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Я же сказала, что не знаю его. Первым делом надо защитить лабораторию. Не паникуй, Меригольд. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. Весемир. Если этот идиот не заткнется, я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт,
перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трис, не сердись. Но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся между двух огней. Нам разделиться? Геральт прав. Мы должны убить Химеру и защитить лабораторию. У меня есть выбор. Нам надо разделиться. Я хочу Трис идти. Я спускаюсь. Ведь только я могу разрушить барьер. Весемир? Я останусь здесь и разберусь с Химерой и Саволлой. А ты, Геральт? Нам обоим может понадобиться твоя помощь. А мне выбрать можно. Я хочу с Трис. Лаборатория — это важнее. Я пойду с Трис. Я тоже. Эскель и Ламберт остаются со мной. Саволла читает заклинание. Что-то сейчас произойдет. Я вообще это все делаю для секса с ней. Земля дрожит. Чувствуете? Если вы не понимаете. Сейчас прорвутся. Не знаю, как в первой, но во второй части можно было так заниматься. Вот. А с Ламбертом, ну, Ламберт. Защитим лабораторию. Ну, побежали. Защитим лабораторию. Пусть не сражают. Я не против. Вот чем мне вот нравится Ведьмак, что вот можно выбирать где-то хотя бы. Нас ждет тяжелая битва. Это нелинейная какая-то игра. Возьми этот эликсир. Ведьмаки называют его филин. Он ускоряет восстановление энергии. Это полезно, когда дерешься с магами. Идем. Филин. Знаете, что-то знакомое. Так. У меня есть филин. Так. Так, все, выпиваю филина. Ну что, идем? Так, у меня проведете или мне самому бежать? Похоже, самому. Это не беда, в принципе. О, портал. Дальше нет пути, Белый. Я не позволю вам нарушить планы моего хозяина. Я сейчас позову сильного демона, который вас выпотрошит. Блеф. Он вымотался после телепортации. Ему силы хватит только на магические фонарики. Иди, мы им займемся и присоединимся к тебе еще до того, как ты разрушишь барьер. Блеф так блеф. Значит, сейчас убьем его. Ты недооцениваешь врага. Энергия моих людей меня усилит. Ох ты. Похоже, надо сначала у людей убить. Тихо. Привет. Раз, два. Уи. А. Что мне делать-то? Я ж добил. А вот, не всех добил, да. Слепой. Дай на, бич. Бич. Так, давайте, наверное, выпьем зелье. Ласточку. Нам, я думаю, не помешает. Кунь жесткий, капец. Да, нормально только переводит. По-моему, ты должен защищаться, братан. Так, Зет. Яй. А, капец, я лах.
оружие. Раз, два. Так, shift этот куб быстрый. Быстро, видимо, да? Да, вот, как раз подойдет. Ну уже. Где же? Вася, блин. Давай. Ой, какой ты надоедливый. Сейчас где-то. Или я просто такой раковатый мужик. Где же ты? Я вообще не понимаю вообще, не? Никто не встанет на пути с командой! Никто! Если у него хп отнимается, значит что-то ему дать не мало. Это мой последний час. Так, давай. Верно. Я не могу убить. Немного осталось, совсем чуть-чуть. С этим Васей драться. Вообще трындец происходит. Неужели я тебя убил? Не прошло и 100 лет. Геральт, ты был прав. Они идут в лабораторию. Откуда ты знаешь? Что ты здесь делаешь? Что там с этим монстром? Он болел за нас. Я хотел помочь, но не мог пробиться через этот странный круг. Совок червей. Вот что важно. Нам надо добраться до лаборатории. Идем. О, какой кошмар. Чё так долго это все происходило? Сохранение игры. Так, ладно, в лабораторию отправляемся. Так, Трис уже видна. Они грабят лабораторию. Тот маг недооценила его. Быстрее! Быстрее, ну пошли вниз. Лаборатория ведьмаков. Следующая локация. И сохранение игры. И посмотрим, что у нас сейчас будет. Нашел. Теперь у нас есть все. Ну, почти все, кроме жизни, наверное. А вот и мы сзади. Такие без палева идем на самом деле. О, здравствуйте. Профессор, займись ведьмаками. Может, хватит уже всяких профессоров, а? Я их очень долго убиваю.
Молвит, ведьмак собьет стрелу на лету. Собьет. Не переживай. Он с арбалетом? Вау. Проверим. Лео, стой! Ну, Лео еще не совсем ведьмак был. Так что... Байка, как и думал. Эх, блин. Лео, ну что ж такое-то? Как ты так? Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Где экстракт Рефорда Белого? Держись, Лео! Он был здесь. Не найти. Весемир! Лео умер. А Весемир этот белый, что ли? А я его представлял алкашом. Как это случилось? Второй. Он напал на профессора. Я не гному. Успел. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Или я не того Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за тобой. Так, медитация. Щелкните левой кнопкой мыши по иконке медитации в диалоге, чтобы войти в режим медитации. Так, окей. Гудбай. Что мне сейчас медитировать? Что это такое зеленое? Это параметры героя, мне они не особо нужны. Для легиона, где медитация-то? Нет. Тоже нет. Ник. Тоже нет. Может, так, настройки, посмотрим, ну, так, управление. Знаки, эликсиры. Так, камера, удалить. А если я не буду медитировать, что я, что со мной будет? Так, может... Ну, это не то, видите, для заданий. Так, надо как-то помедитировать. Ну, так на L, по-моему. Все подряд, давайте клавиши жать. Карты. Снаряжение. Ну, как себе медитировать-то заставить? Медитация, это где вообще? Щелкните левой кнопкой мыши по иконке медитации. В диалоге. В диалоге. Стоп, мне с тобой надо поговорить. Да? А вот. Вот она, медитация. Так, дальше медитировать до полудня, медитировать до заката, начать медитацию. Ты ее закончил? Эскер заходил. Все, закончил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр Морхен.
Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео, но только после того, как придет в себя Трис. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис восстановить силы. Придется немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя: «Наконец-то ты проснулась, Меригольд. Это ведь Ламберт. За работу. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале». Хорошо. Ну и до свидания. Спасибо, что вы посмотрели эту серию до конца. Хоть она была немножечко и тормознутой. Из-за меня, естественно. Что, поскольку у меня просто уже мозг плавит. Хочу сказать, чтобы вы подписались на канал, если вам нравится ролик. Зовите друзей смотреть этот ролик. И оставляйте положительные комментарии и оценочки. И до новых встреч. Ждите следующую серию. Третью. И пока-пока-пока. С вами был Роман и канал Руинтронгейм.